Мы жили здесь, где я сейчас живу. Мы приехали из Саут-Каролина. И мне просто там было очень одиноко и делать нечего. И мне там никогда не понравилось. Поэтому мы через 2 года сюда переехали. Но это другая история. Поэтому я начала делать видео на YouTube, потому что мне было очень грустно. И у меня друзей там не было. Просто не знала, что делать с собой целый день. Я просто включила камеру и сказала всем привет, меня зовут Эвелина, давайте будем дружить в интернете. Хельга спрашивает, какая твоя девичья фамилия? Моя девичья фамилия Карташова. В какой школе ты училась в Молдове? Я училась в лицее Петру Радиш в Кишиневе. Петру Радиш репрезент. Да, вот обычная школа, ну как бы у нас была, это бизнес-школа. У нас нужно было в каждом...